У Беларусі працягваецца правядзенне адзіных дзён бяспекі. Сёння ў яго рамках прайшла праверка гатоўнасці фарміраванняў грамадзянскай абароны і падраздзяленняў МНС па ліквідацыі надзвычайнай сітуацыі на Рагачоўскім малочна-кансервавым камбінаце. Згодна з легендай, ім неабходна было выратаваць людзей пасля уцечкі аміяку. За ходам вучэнняў назіраў Олег Сенцероў. За маяком на Рагачевском молочно-консервном комбинате працуюць с 1977 года, когда тут было установлено холодильное обсталяванне. С того часу на предприемстве не было ни одного выпадку, когда бы эта небеспечная речева трапила у поветра, что между тем не выключая необходимости быть у постоянной готовности до ликвидации махчимых надзвычайных ситуаций. Об махчимых наступствах реальной аварии можно мерковать у всего по одной лічбе. Зараз на Рагачевском молочно-консервном комбинате находится 7,5 тонна мияку, когда у поветра трапить хотя бы невеликая его частка. Проблема узникнуть вельми значная. Для того, как выключить навод минимальную вероятность такой ситуации, на предприятии провели модернизацию и установили самую сучасную систему контролю и оповещения. То есть это или задымление, или выброс аммиака, срабатывают датчики, поступает сигнал сразу же на МЧС города Рогачева и города Гомеля, и подача аммиака автоматически прекращается, срабатывают датчики, отключается электроэнергия и пошла ликвидация очага. Под час учений проверяются здольности усих формирований, которые должны быть задействованы при ликвидации аварии, от створенных на предприятии подразделений громадянской обороны до экипажа районного отдела Министерства по надзвичайных ситуациях. Згодно с легендой учений, на этот раз у выніку утечки аммияку потерпели 3 человека. Хоть на самой справе вартовальники должны быть готовыми до эвакуации усих 1300 працующих. У речи это и есть главная задача проведения одиных дней безопасности, проверить готовность усих служб до выполнения ими задач номер один – вартование людей. На этот раз значных завах не выказывает никто. Деятельность усіх служб по час учения в целом оценивается становчим. Работниками предприятия был наложен бандаж и осуществлена перекачка аммиака в соседний ресивер. Служба 103, скорая медицинская помощь, эвакуировала пострадавших в городскую больницу и оказала им медицинскую помощь. Службы энергоснабжения объекта прекратили подачу напряжения на данный объект. Служба МИГАИ, служба ГАИ перекрыла подъездные пути к данному предприятию. Все службы показали профессиональное взаимодействие и выучку. Задачи были выполнены. Олег Сентеров, Евгений Матвієнко, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачева.